Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по расширению трафика, где мы на просмотре рекламы собираем биткоин Сатоши, ну и выводим их на прямой кошелек. В этом году у меня первый вывод плавненько перешел в следующий год, как бы в 2020 год расширения. Друзья, работает, платит, все замечательно. Значит, не забываем нажимать сюда на колокольчик. Проверяем минимальный вывод какой, потому что здесь может и 3000, и вот в данный момент 4000 биткоин-сатошиков. Вывод идет 3 дня. Ну, как правило, быстрее я ставила вчера. Сегодня мне денежка, монеты мои, сатохи поступили на кошелек. Так, смотрим баланс. Значит, 11963 биткоин сатошика у меня вывод. Я вчера выводила. 22.01.2020 год. Идем, значит, мы сюда на Coinbase. 11000. Так, вот сумма моя. 11963 биткоин сатошка прибыла. И на Coinbase также получен биткоин. 11963. Комиссию не сняли. Все замечательно. Расширение платит. Кому интересно, пользуйтесь. А кто работает, продолжаем, друзья, работать, зарабатывать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.